Ну вот такие у нас грустные новости. Произошло несчастье. Нептунчик вчера каким-то образом застрял под диванчиком уличным, запищал громко. Я его взяла, он не становился на лапку. Сейчас мы едем на операцию. Мы уже сделали снимки, у него перелом. Такие вот дела, ребят. Ну, дай бог, будем надеяться, что все пройдет успешно. Доктор нас уже посмотрел. И операции не избежать. Такие вот, ребята, дела. Вот этот злополучный диван. Понятия не имею, как это могло произойти. Здесь не за что даже зацепиться. Обычный диван. Он каким-то образом вот здесь застрял и запищал. Подняла диван, его вытащил. Все. Ребенок выступает на лапу. Такая вот история. Ну вот мы в клинике Ава. И Нептунчик идет на операцию. Пожелайте нам удачи. Так, ну что, подъезжаем мы к ветеринарной клинике за нашим Нептунчиком, который остался вчера в ней. Сейчас поговорим с доктором, спросим, как все прошло. Но нам по телефону уже сообщили, что операция прошла хорошо. Мальчик чувствует себя хорошо, но сейчас будем забирать. Дальше расскажу. Так, ну что, идем. Вот наша клиника. Сегодня 1 сентября. Надеюсь, что осень у нас начнется с хорошей новости. Все у нас хорошо. Заходим. Вот он, Нептунчик, вот он. Все, забираю, забираю сыночку, забираю лапулечку мою, забираю. Да. А вот и мы, да, заплатили 33 тысячи рублей со скидочкой еще нашей 10%. Ну, а что делать? Вот, вот такие вот и наша лапуля. Вот такие вот должны быть ответственные владельцы, которые в любой момент должны помогать своим питомцам. Что ж делать? Да, Нептунчик, гостик ты мой. Вот он наш зайчик. Вот он.